Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы с вами обсудили доктрину о первородном грехе, и теперь давайте с вами поговорим о греховных поступках. И первое, что я хотел бы с вами обсудить, говоря о греховных поступках, это тему искушений. Искушение ко греху. Потому что, конечно, именно с этого грех и начинается. И я полагаю, что есть немало текстов Священного Писания, к которым можно обратиться, говоря об этой теме. Но есть один стих, который, на мой взгляд, дает нам больше всего информации по сравнению с другими текстами Писания. Это послание Иакова, 1 глава, стихи с 13 по 15. Поэтому давайте откроем Библию и внимательно прочитаем, что здесь написано, как здесь раскрывается процесс искушения. Начиная с 13 стиха, Иаков пишет: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Да, есть и другие тексты Писания, и мы вскоре их также обсудим, но я думаю, начать обсуждение по этой теме нужно с Иакова 1 главы. И первое, что мы можем сказать на основании того текста, который только что прочитали, это то, что искушение не приходит от Бога. Иаков пишет об этом предельно ясно в 13 стихе. Бог сам не искушается, и также Он не искушает никого. Но как же тогда все начинается? Об этом мы читаем в 14 стихе 1 главы послания Иакова. Все начинается с желаний собственной похоти. И здесь необходимо остановиться и прояснить несколько моментов. И, быть может, вы думаете про себя: «Хорошо, стих говорит нам о том, что искушение не приходит от Бога». Но разве не читаем мы в Писании о том, что порой именно Бог посылает определенные бедствия? А бедствия порой могут служить искушением. Разве не так? И, быть может, вы думаете: «Ну, а почему вообще я задаю такой вопрос?» И здесь мне необходимо кое-что написать для вас на доске. И это поможет мне объяснить вам, что я имею в виду. Глава начинается с того, что Иаков пишет об искушении. Вот обратите внимание на второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Итак, Иаков говорит об искушении. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И уж, конечно, 13 стих посвящен теме искушений. Но вот в этой главе можно отметить нечто очень интересное. И если читать английский перевод оригинала, то не сразу это можно и заметить. Но вот в греческом тексте это отчетливо заметно. Во втором стихе Иаков использует слово «пейразмос», и это слово переводится в нашем переводе как «искушение». И, как я уже сказал, это слово используется во втором стихе. Но вот в 13 стихе, когда Иаков начинает говорить об искушении, он использует глагол «пейрадзо». И
Я думаю, вы сразу можете отметить, только лишь посмотрев на эти слова, что вот это существительное происходит от этого глагола «пейрадзо». И, быть может, вы сейчас скажете, ну и что? Но посмотрите, что все это означает. Есть еще одно слово в греческом языке, которое чаще используется, когда речь идет о бедствии. Это греческое слово «клипсис». И так как сразу в этой главе речь начинает идти об искушении, о бедствии, то можно было бы ожидать, что уже во втором стихе Иаков будет использовать слово «слипсис». Но когда он начинает писать об искушении в 13 стихе и далее, то тогда да, напрашивается глагол «пейрадзо». Но Иаков так не делает. Он использует одно и то же слово в обоих частях этой главы. И когда я замечаю это в тексте, то у меня возникает вопрос, почему? Почему Иаков не использует слово «слипсис»? Быть может, посредством этого Иаков что-то хочет нам сообщить, раскрыть некую суть испытаний, искушений? Хочет ли он нам что-то объяснить через это об искушении? Но как бы там ни было, пытается ли Иаков через это что-то нам еще сообщить или нет, во всяком случае, использование им слов наводит меня на несколько вопросов, которые я хотел бы задать. Я не говорю о том, что Иаков задает эти вопросы. Я лишь говорю о том, что то, что Иаков написал в стихах со 2 по 13, наводит меня на несколько вопросов. И первый вопрос заключается в следующем. Испытание и искушение — это одно и то же? Это ли хочет сказать нам Иаков, используя одно и то же слово в 13 стихе и во 2 стихе? Является ли искушение испытанием? И второй вопрос, который мне хотелось бы задать, а являются ли испытания искушением? Хочет ли это нам сказать Иаков? И как бы там ни было, я думаю, у нас есть право задать такой вопрос. Что ж, и как же мы ответим? Являются ли все искушения испытаниями? Другими словами, можно ли говорить о том, что всякий раз, когда вы искушаемы, то это происходит по причине тех или иных испытаний? Нет. Конечно, если только вы не очень необычный человек, и вы никогда не впадаете в искушение, когда все идет хорошо. Поэтому нельзя говорить о том, что всякий раз, когда вы впадаете в искушение, это происходит в результате испытаний. Но как же быть со вторым вопросом? Все ли испытания искушения? И здесь я сказал бы следующее. Каждое испытание может послужить основанием или возможностью для искушения. Но искушение возникает так, как объясняет это Иаков далее, в стихах с 13 по 15. Никакое испытание само по себе не является искушением. Очень часто бывает такое, что до вас доходят недобрые вести, и это не побуждает вас ко греху. Но каждое испытание может стать возможностью для того, чтобы вы впали в искушение и согрешили. Скажем, происходит что-то плохое, и вы погружаетесь в разочарование, что Бог позволил этому случиться. Вы ожидали чего-то иного от Бога, но тем не менее произошло то, что мы не ожидали, и мы обижаемся, как малые дети. Хорошо, если Бог не сделал то, что мы хотим,
тогда я не буду делать то, что Он хочет от меня. И мы впадаем в искушение, и мы делаем то, что не следует, что неправильно. И впав в искушение, поддавшись ему, мы совершаем грех. Чувствуя, что раз Бог нас подвел, то, значит, и мы можем его подвести. И, конечно, вы понимаете, что такое отношение не должно быть в христианах, но порой именно так мы себя и ведем. Или, быть может, бывает такое, что мы настолько огорчены постигшим нас бедствием, что у нас просто не остается сил, как нравственных, так и духовных, чтобы противостоять определенным искушениям, которые постигают нас в этот момент. Поэтому бедствия не являются искушением, но они могут служить той почвой, на которой могут возникать искушения. Почему я об этом говорю? Являются ли бедствия искушением или нет? Потому что есть тексты в Писании, которые показывают, что Бог посылает определенные бедствия на людей. И пусть Он делает это и не сам в определенных случаях, как в случае с Иовом, когда Он позволил сатане послать бедствие на Иова. Но, тем не менее, именно Бог в конечном итоге ответственен за бедствия, которые обрушиваются на людей. Обстоятельства, которые далеко не приятны, и Бог тем или иным образом участвует в этом. И далее на этом курсе мы будем об этом говорить более подробно, о том, как это происходит и почему Бог не виновен, делая это. И, возможно, вы думаете, что Бог, согласно Писанию, не может посылать бедствия на людей. Ведь если бедствия являются ничем иным, как искушением, то, согласно записанному в первой главе послания Иакова, это не Бог, который посылает искушение, потому что Бог не искушает никого. Но бедствия могут служить почвой для искушений. Но сами по себе они не являются искушением. И далее Иаков с 14 стиха 1 главы объясняет, как же нам следует проходить через испытания, которые обратились в искушение. Или, быть может, мы не искушаемы вообще. И Иаков объясняет, как все это происходит. И здесь мы с вами переходим к следующему пункту и поговорим с вами о человеческих похотях. Иаков пишет, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. И, быть может, вы думаете, ну что же это означает? Означает ли это, что мне следует перестать вообще что-либо хотеть? Нет. Желание само по себе не есть зло. Если бы мы не желали есть и не ели бы ничего, то умерли бы с голоду в один из дней. Если бы у нас не было желания самосохранения, то мы бы по собственной вине оказывались в разных опасных ситуациях, не пытаясь сохранить самих себя. То есть желание само по себе не является чем-то нечестивым. Но проблема возникает тогда, когда мы начинаем желать то, что Бог запрещает нам желать, что нам не следует иметь или не следует делать. Что ж, хорошо, все начинается с таких желаний, с похотей, но к чему же все это ведет? И вот в 14 стихе мы читаем, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И вот слово, которое переведено как «увлекаясь», это греческое слово «экселькаменас». «Обольщаясь» — это перевод греческого слова «делезаменас».
И если прочитать этот текст в переводе на английский язык, то создается впечатление, что эти два слова синонимы, что присутствует избыточность, так как они, по сути, означают одно и то же. Но в действительности их значения слегка отличаются. И после перерыва мы более подробно на этом остановимся. И вы увидите, что Иаков описывает не то, что происходит за считанные секунды, происходит мгновенно. Но вместо этого он говорит о том, что представляет собой процесс. Искушение — это некий процесс. Иаков раскрывает нам составляющие этого процесса. И этот процесс может быть достаточно быстрым, а может растянуться на некоторое время. И мы рассмотрим все это после перерыва. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Мы с вами говорили о природе искушений и разбирали текст, записанный в первой главе послания Иакова. Этот текст раскрывает нам, как появляется искушение, и мы с вами говорили о том, что искушение начинается с человеческих похотей. И также мы упомянули с вами два греческих слова «экзель каменос» и «дело доминос». А теперь давайте рассмотрим два этих слова по отдельности. И затем, как мне представляется, я смогу проиллюстрировать для вас, о чем же в действительности говорится в 13 стихе. «Экзель каменос» означает «уводить в сторону». И идея здесь вот какая. Человек находится в одном состоянии, в одном положении, и затем его уводят в сторону. Его положение и состояние меняется. Быть может, не так сильно, но тем не менее меняется. Другими словами, он сбивается с правильного пути. И вот в нашем случае изначальное положение человека — это когда он не думает о том, что он искушаем. Он даже не размышляет о том, что может стать искушением для него. Но неожиданно что-то происходит, и внимание человека обращается на то, что служит для него искушением. Он начинает замечать то, что ранее не замечал. И что же происходит после этого? Что ж, и тут следующее слово. «Делеокзоменос». Это слово означает «обольщать», «обольщение». И идея, которая здесь подразумевается, это идея уловленного на наживку. Когда есть какая-то наживка, которая привлекает, влечет к себе и в итоге уловляет свои сети. И, как я уже говорил, этот стих достаточно понятен до определенной степени, но я все-таки хотел бы его немного прояснить. И для этого я хотел бы привести иллюстрацию. Вот предположим, что я решил сесть на определенную диету. И на самом деле так и есть. И вот предположим, что я твердо настроен, что определенные продукты не будут меня искушать. Я буду придерживаться определенной диеты. И вот, предположим, я придерживаюсь этой диеты, скажем, какое-то количество дней, и все идет достаточно хорошо. И я вообще о еде не думаю. И вот однажды, после обеда, я возвращаюсь домой, и, скажем, к моему удивлению, я узнаю, что моя жена решила испечь пирог. Причем она уже это сделала. Она испекла этот пирог, и этот пирог ждет меня на кухонном столе.
И не заметить этот пирог просто невозможно. И вот я приезжаю домой из семинарии, ставлю машину в гараж, захожу в дом, думаю о том, что мне предстоит сделать этим вечером, о еде я вообще не думаю в этот момент. И, предположим, моя жена находится на кухне, она замечает, что я вошел, мы приветствуем друг друга. Я смотрю на нее, но тем не менее, боковым зрением я замечаю, что на столе стоит пирог. Я вообще о пироге не думал. И вообще я ни о какой еде до этого не думал. Но вот я увидел что-то, что привлекло мое внимание. Еще не дошло до того, что я взял нож и отрезал себе кусок пирога, нарушив свою диету, нет. Но я уже заметил пирог. Пирог, который не согласуется с моей диетой. И вот далее мы стоим на кухне, я разговариваю со своей женой, но чем дальше, тем сложнее мне концентрироваться на разговоре. Мое внимание все больше и больше обращено на этот пирог. Я не намеревался нарушать свою диету. Я не собирался есть пирог, но я пришел домой и обнаружил этот пирог на столе кухни. И я начинаю размышлять об этом пироге, хотя до этого я о нем совсем не думал. Мы все еще продолжаем разговаривать с женой, но я все больше и больше обращаю свой взор на пирог. Я его рассматриваю, быть может, даже спрашиваю жену, а из чего этот пирог испечен? Я начинаю думать о том, насколько вкусен, быть может, этот пирог. И, скажем, я пришел домой достаточно голоден, и уже, скажем, какое-то время следовал диете неукоснительно, поэтому мне казалось, что, один маленький кусочек пирога не так уж и сильно мне повредит. Я смотрю на этот пирог, уже и слюнки потекли. И что же происходит в этот момент? А происходит делиозоминос, обольщение. Первая часть этого процесса, я не думал о еде. Мое внимание не было обращено на еду, но затем что-то произошло, и я стал думать о еде. Я стал ощущать влечение, как к магниту. Но все еще я не отрезал себе кусок пирога. Я не сел за стол и не начал есть пирог. Я просто лишь размышляю об этом, и искушение становится все сильнее. И далее Иаков в 15 стихе пишет, «После того, как начался процесс искушения, когда человек увлекается и обольщается собственной похотью, вот в этот момент, обольстившись похотью, похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». И, конечно же, это в случае, если нет покаяния, если человек не обращается ко Христу. И очевидно, что перед нами процесс, процесс, который описывается в 14 и в 15 стихах. Все начинается с желания. До этого мы даже и не думаем о том, что может нас искушать. Но затем мы уклоняемся в сторону, начинаем думать о том, что нас искушает. Быть может, до этого мы думали о уроке в воскресной школе, который нам предстоит провести в воскресенье, или о проповеди, которую нужно подготовить, но постепенно наше внимание уходит в сторону, и мы начинаем думать о том, что нас искушает все больше и больше, и искушение растет, и в какой-то момент мы принимаем решение совершить грех, воплощаем наше решение. И, как Иаков пишет, соделанный грех рождает смерть. Что ж, таков процесс искушения.
так мы оказываемся искушаемыми и доходим до того, что совершаем грех. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.